Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хайнком. И в этом ролике мы с вами разберем сделки, которые я давал в телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Ссылка в описании. Тут я давал сделки, соответственно, так же, как я даю сегодня, да, с точкой входа, со стопом, стейком, да, и, соответственно, уже мы их разбираем дальше. То есть, какие ситуации, какая доходность вообще на этих сделках была. Обязательно подпишитесь, также подпишитесь на канал YouTube, поставь ролику лайк и поехали. Из последних сделок у нас была сделка по линку, да, линк, смотрим. Я давал точку входа от уровня 16.50, 16.50, и на данный момент цена доходила в район 14% доходности, то есть представляете, накопление, которое было у инструмента до этого, да, оно вот распределилось, но не до конца, да, то есть у нас еще есть второе накопление, которое тоже не до конца распределилось, поэтому я ожидаю импульс там даже в район 28 долларов, куда он может дойти. Чтобы вообще понимать, разбираться вообще, да, почему эта сделка отработалась, почему такая доходность, и вообще как ты типа это делаешь, да, как ты определяешь эти уровни, эти сделки, эти тренды, да, и так далее. Для этого вам нужно изучить базу. Базу вы можете изучить, написав мне в личные сообщения «Хочу бесплатную консультацию», и я вам направлю 5 бесплатных видеоуроков для новичка, соответственно. Вот, поэтому переходите на личные сообщения. Вот, соответственно, что я ожидаю? Я ожидаю, что есть потенциал, да, у этой сделки. Он еще не исчерпан. Поэтому в целом инструмент может дойти в район 28 долларов, минуя 20 долларов промежуточное значение. Да? То есть тут есть барьеры, конечно, которые могут помешать. Вот. Но в целом ему ничего не мешает развивать этот тренд. Дальше, следующая у нас сделка была. Вот. То есть я давал, даже у меня есть в канале это все. Да? 20 января я давал. Вот отработка текущее время, 3 февраля. Вот оно, да, у нас 3 февраля. И, соответственно, таким образом у нас сделки отрабатываются. Следующая сделка, которую я давал, сейчас я ее найду, это у нас была флор, да, флор. Давал сильный сетап, да, то есть есть сетап, то есть выше уровня 0.02, это лонг, да. Теперь смотрите, что у нас произошло. Я давал ее сегодня тоже, вот видите, выше этого значения лонг, то есть цена. Давайте посмотрим даже на график флор. Сколько цена прошла, если вы забрали импульс, цена прошла 16%. Теперь суммируйте линк 14%, пока что только 14%, 16% флор, то есть это получается уже 30%, да, доходность, 30% доходность. То есть если у вас депозит там 1000 долларов, да, там чуть больше, сами считайте, какая-то доходность только на двух инструментах. И это со спота, либо уже, соответственно, умножайте плечи, если вы активно торгуете на фьючерсах. Вот, соответственно, что дальше у нас идет по сделкам. Опять же, я вам говорю, что есть обучение, которое сэкономит вам время изучение двух-трех лет до набивания шишек ошибок, но вы не хотите, соответственно, чтобы вам помогли. Вы хотите сами добиваться этой информации. Это будет очень долгий путь. Вы потратите свое время, если за вас уже это сделали. Вот, теперь вернемся к следующим сделкам, да. Манта у нас была, да. Манту я давал еще давно, то есть даже 21 января я давал ее. Теперь посмотрим по манте, да, что у нас по манте. Смотрите, я давал ее в районе, сейчас скажу, ну вот в районе 2,6 долларов. Это было 21 января, это было здесь. То есть что там у нас было, да? Проект вышел совсем недавно, ожидаю рост в район 3,9. Точка входа 2,6, стоп 2,5. 3, 3, 2, 3, 9. Что у нас произошло?
Смотрите, у нас доходность по этой сделке 43%. Теперь суммируем 30 и 43%. Это 73%. То есть 73% на трех сделках такая вот доходность может быть у вас депозиту, если вы будете применять знания, которые я вам даю. Вот. Соответственно, научиться вы можете, это принесет вам прибыль. Вот, соответственно, 3,20 выполнено, 3,9 тут чуть-чуть не дошли, но в любом случае цели были верные, а все это за счет вашего опыта. Вот, то есть вот эти три сделки из последнего, да, которые дали доходность в общей сложности 73%. Отлично, отлично. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк и увидимся в следующих роликах. Пока.